победитель спартакиады сильнейший. На ковре А идет поединок борцов весовой категории до 92 килограммов. 1/4 финала. Красный трико Шамилима Раджари, Ханты-Мансийский автономный округ. Шамилима, мастер спорта России. Победитель первенства России среди спортсменов до 23 лет. Синим заслуженный мастер спорта Владислав Валиев. Республика Северная Осетия, Алания. Параллельный зачет, Москва. Тренируется под руководством Анатолия Мартынова, Рената Качмазовна. Первый тренер – Казбек Далекаев. Бронзовый призер – Чемпионат мира.